В этом году в конкурсе приняли участие более 150 молодых авторов. Из них выбрали лишь 4 победителей. Одним из лучших стал Михаил Кильдишов. Статуэтку Маши Мироновой получает уже второй раз. Книгу Александр Прохоров «Ловец истории» написал несколько лет назад, но так и не решался показать публике. Московское издательство настояло на участие в конкурсе молодого литератора. Ну, это большой почет, потому что принимает решение Союз писателей в Москве, да, под руководством нашего недавно избранного Николая Федоровича Иванова. Он очень требовательный человек, и это тот, кто просто так, я знаю, премии никому не дает. И для меня это еще раз большая ответственность и большая благодарность Союзу писателей. Москва, Калуга, Воронеж, Самарская область. География конкурса расширяется из года в год. Так же, как и количество участников. Литературный конкурс проводится совместно с Союзом писателей России. Победители получают уникальную возможность опубликовать свои произведения в сборнике лучших произведений конкурса.